Тем временем уже этой осенью в регионе планируют открыть 10 новых детсадов, что существенно сократит очередь. Успеют ли подрядчики в срок и какие трудности возникают у застройщиков, расскажем в следующем сюжете. Новый детский сад на 220 мест готов уже больше, чем наполовину. Строители стараются успеть в срок. В смену работает около 100 человек. Подрядчик обещает, к 1 сентября все будет готово к приему малышей. Нам осталось сейчас инженерные сети сделать. Отделка идет вообще в полном ходу. Штукатурка выполнена, шпаклевка там. Ну, до обои еще рано. Все, сейчас инженерные сети и благоустройство осталось. Первый этаж для малышей от 1,5 до 3 лет, остальные 2 для детей постарше и дошколят. Жители быстро разрастающегося микрорайона с нетерпением ждут открытия нового сада. Помимо этого детского сада, в микрорайоне уже заложена площадка под строительство школы. Еще одно дошкольное учреждение располагается буквально через один дом отсюда. И такой комплексный подход застройки сейчас должен применяться по всей области. То есть все новостройки должны быть обеспечены социальной инфраструктурой. Правда, тут многое зависит уже от застройщика. На улице Мира ситуация сложнее. Подрядчикам приходится работать на уже застроенных территориях. Возвести новое большое здание на месте старого – задача непростая. Делаем также сенсорную комнату, потому что очень много ребятишек со статусом ОВЗ, чтобы с ними можно было работать. Логопедических ребятишек много, поэтому вот для них особые будут условия созданы. Ну и, соответственно, в штате будут добавлены логопед, дефектолог, психолог. Помимо штата сотрудников, расширится и вместимость. Если старое здание могло принять 12 групп, теперь их будет 19. Это плюс 200 малышей. В масштабах города показатели куда более серьезные. Мы вводим 10 детских садов, но 200 новых мест, может даже несколько больше будет, с учетом планировки этих мест. Но тем не менее, и мы считаем, что мы покроем дефицит имеющийся. Но обстановка изменится, количество детей увеличится. Город Новосибирск продолжает быть очень привлекательным в смысле приезда сюда. Миграционная политика сказывается положительно на увеличение численности города Новосибирска, но в том числе и на увеличение количества детей, то есть привозят детей. Сдать в эксплуатацию новые детские сады обещают уже этой осенью. Лишь бы поставщики не подвели, говорят подрядчики. Алина Штоколова, Борис Гладких, новости ОТС.